Магнитогорск – город хоккейной славы. И в этом ни у кого сомнений нет. И слава эта воспитывалась и становилась в основном под открытым небом. Поколение 70-х, завоевавших для «Магнитки» первые медали, и не мечтало о крытых стадионах. Они на дворовых площадках учились кататься и побеждать. Сегодня и сейчас Магнитогорск имеет 3 крытых комплекса, и кататься на коньках доступно круглый год. Но зимой всей семьей это можно сделать и под открытым небом. Казалось бы, какое отношение имеет Академия инструмента к спортивным товарам? А прямое. Здесь есть самый лучший выбор коньков, клюшек, лыжиков и ботиночков. А теперь посмеемся мы над собой, прежде всего. И над тем государством, в котором мы жили. Вот это была недостижимая мечта. И, честно говоря, хотел бы сейчас себе купить, но габариты не позволяют. А детям обязательно возьму вот такой снегокат. На чем мы посмеемся? Ну, во-первых, есть определенные смешные цены. От 190 рублей за конечки для детей. Двухполозные. Других, извините, в то время-то и не было. В 80-м году, когда я впервые встал на коньки. Что было потом? Дальше было совсем ужасно. Были вот дядьки, расставшиеся мне ботиночки. Но они были, естественно, не вот такие. Вот. С мощной боковой поддержкой. То есть приходилось кататься и ножки себе подворачивать. Оказывается, что сейчас все это абсолютно доступно. И цены-то начинаются от 1000 рублей. И самое, что интересное, вот, допустим, для девушек есть разнообразные цветовые решения. Но девушки все-таки модницы. И это тоже не очень дорого. Так что заниматься спортом вам все-таки необходимо. Тем более, когда есть такая возможность здесь, в Академии инструмента. Действительно, каких-то космических цен в Академии инструмента на коньки, клюшки и санки просто нет. Всю семью поставить на коньки, например, абсолютно реально и за 5000 рублей. И это 3 комплекта коньков. Теперь для тех, кто не стоял, но обязательно хочет научиться. С такими коньками сделать это проще простого. Кстати, какая самая частая травма, вы бы думали? Повреждение лодыжки. Так вот, в этих ботинках это физически невозможно. Мощная боковая поддержка и продольная фиксация. При этом максимально комфортное ощущение. Нет желания возиться со шнурками, есть и горнолыжные крепления. Последние модели и на любой цветовой вкус. Последние особенно актуальны для модниц. Высококачественная сталь, и кто вам сказал, что вам нужны CCM, Bayer и RBK? Коньки от 200 баксов за пару там. И от 150 баксов за клюшку, опять же там. Здесь, в Академии инструмента, это в 4 раза дешевле, чем там, на дешевом западе, и в 8-10 раз у наших перекупов. Ну и отдельная благодарность Академии инструмента за то, что привезла вот эти вот шедевры отечественного санкостроения. На трубочках, кстати. Вот такой вот для детей. И вот такой вот для взрослых в том числе. Потому что, ну, здорово покататься с горы. Теперь открою маленький секрет. Самые быстрые санки – это те, которые на трубочках. Потому что была у меня такая модель. Образца 1955 года, кстати. Так вот, на них я обгонял всех и вся. Естественно, то были остальные. Ну и сейчас катаются просто легко. Что нас ждет в ближайшее время? Рост тарифов ЖКХ. Поэтому те, кто понимает, заготавливают себе дрова. Не могу показать, но вес этого агрегата 2,5 килограмма. Почему не могу показать? Потому что, извините, теперь я знаю, что такое открытый перелом. И куда за всем этим удовольствием ехать? Естественно, Карла Маркса 194. В аккурат напротив драмтеатра Буратино.